Нормально, да? Вот такие вот у нас пироги. 11 сегодня апреля. Снег сыпет. Смотрите, сколько его снега этого. Ого-го. Тут насыпало. Вот сколько снега. Собачьи какашки. Наши любимые. Давайте с вами погуляем немножечко, побродим по заснеженному Якутску. Но тут вот еще как бы ой, еще машины ездили, что-то вот тут так вообще занесло все, смотрите, видно, да, все занесло. Ого. Приходится пробираться вот через снега. Да, что-то в этом году погодка-то не шепчет, да, весной. Потом это все будет таять. Вот сейчас вот нападает. Потом таять все будет, лужи. Ну, смотрите, сколько здесь. Лужи, лужи. Грязюха. Сапоги надо будет, я не знаю, резиновые что ли, или какие там одевать. Ох, ох, ох. Смотрите, как метет он, а. Ох, заметает прямо все. Видно, наверное, да, вам? Ох. Вот так вот пробираемся. Машины занесло все снегом. Апокалипсис какой-то творится. Что дальше будет, я даже не знаю. Ирина какая-то. Что, машины ездят прямо на дороге. Видно, наверное, сколько снега-то валит. Вот так вот. Так вот. Вот такой вот коленкорчик у нас. Ну что, пошли на переходик. Тут, наверное, сейчас опасно вообще ходить, я думаю. Как бы. Так, не, мы ждем, 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 ждем и смотрим заодно. Смотрите, дорога, она вся. Вся опять в снегу. Вся, 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 вся. Снегу. Машины медленно ездят так вот, потихоньку. Вон. Не разгоняются, потому что скользко, скользко. Там гололед такой нехороший. Как бы, и поэтому надо. Ой, какой тарантасик старенький едет. Вообще. Старенький, старенький. Вот. Ну и ждем, сейчас перейдем. Ух ты! Все, по-моему, да? Да, точно. Все, можно идти. Смотрим под ноги. Аккуратненько. Смотрим, смотрим, смотрим под ноги. Смотрите, здесь сколько снега-то этого. Ох. Понаносило, а? И кто же это все убирать-то будет, а? Кто же все это будет убирать? Совершенно непонятно. Ну тут-то хоть дорожка еще более-менее протоптана. Более-менее. Ух ты, а тут шлагбаум даже поставили, смотрите. И машины теперь туда заезжают через этот шлагбаум. А тут посмотрим возле этого торгового центра отделяй машин-то сколько. Ой! Ой-ой-ой. Смотрите. Кошмар. Что-то даже без номеров она какая-то встала там. Стоит ни туда, ни сюда. Так, как мне пройти здесь вот так? Что-то он куда-то пытается пройти. А, это у него номера занесло. Так вот, сейчас, смотрите, снега сколько валит. А? Ой, кошмар. Ой-ой-ой-ой. Все заметает, смотрите. Все. 10-го числа. Ой, 11-го, да, 11-го сегодня.
Сметает, ну вообще. Такие горы. Горы снега. Смотрите, метет прямо все. Все метет, метет, метет. Ой-ой-ой-ой-ой. Люди еще ходят, машины ездят. Ну что, красота. Давайте с вами спустимся по такой дорожке. Видите, тут еще никто не ходил у нас. Я один иду. О, снег-то какой пушистый, а, смотрите. Красота. Мото-велопарковочка. Ну и подсыпает, подсыпает все. Смотрите, даже кто-то на велике приехал. Вообще красота. На велике. Ну так и смотрите, какие шины у него. Они у него шипованные, конечно. Поэтому и ездит человек. Поэтому и ездит. Ой. Вот так вот. Метет все, взметает. Ё-моё. Красота, да? О, машина выезжает. Сколько. Сколько снега, а? Вот так вот. Ох-хо. Ох-хо. Там где-то уже лето почти, да? А у нас вон Якутск, смотрите. Зимушка. Зимушка, красота. Видали, сколько снега. Все работает, работает. Все заметено. Вот такая вот вам немножечко проходочка такая вот по весеннему Якутску, апрель месяц. Так, а там у нас, что у нас там? Крытый рынок. Крытый рынок. Ой. Ой-ой-ой. Ну и туда вот, если пройти, там овощные отделы. Ладно, не будем туда ходить. Думается, тут вот походим. Так, это у нас удачная покупка. Там только магазин. О, а тут смотрите, сколько снегу-то, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все заносит. Так. Все заносит. Зима в Якутске. Вот так вот. Все тут занесло. Ладно. Не будем туда ходить. Будем сюда ходить. Ходы сюда. Туда не ходы. Вот тут смотрите, сколько нанесло-то, а? Снега-то. Ой-о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 й. Что творится-то, а? Боже милостивый, а? Смотрите. А так вот, если еще снег будет пару дней попадает, что там будет-то дальше, я даже не знаю. Вот так вот. Улица Федора Попова. Вот сейчас так это она выглядит. Ну вот, больше-меньше. И карри здесь. Метется, метется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабушка, он как осторожно идет-то, а? Как она осторожно идет. Остановка. Ух ты. Вот она, остановка. Дорога вся в снегу, дорога-то, а? Вот так вот. Так вот мы и живем в Якутии. Ну ладненько, всем пока. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на заснеженный Якутск. Ну что-то я никак не остановлюсь. Никак я не остановлюсь. Не могу налюбоваться на этот снег я.
на эту красоту. Так, давайте-ка мы с вами переходим. Переходим, переходим. Так, быстренько под ноги смотрим. Видали, сколько тут? Ух! Вау, красиво-то как, а? Променадик у меня, вон там магазин Стокгольм. Видно, да? Швеция, Икея. Почему-то у нас Икеи нету, вот Стокгольм. А давайте вот так вот пойдем с вами через этот. Смотрите, можно снег поместить. О, красиво, да? Снегушек помять ножками. Когда еще придется снегушек помять ножками-то, а? Ух, хорошо сегодня. Воздух-то чистый какой, а? Вон там только сейчас вот в этом был дискаунтере. Ну а здесь вот паспорта, загранпаспорта. Вот здесь вот Федора Попова 8, адрес. Кому надо. Магазин только здесь же. Ух, как хорошо метет-то, а? Ох, замечательно. Хороший променадик. Сейчас, кстати, время-то у нас часа 4, наверное, да? Уже начнет сейчас смеркаться все. Ну ладненько, ладно, вот это уже все точно. Всем пока. Ну и вот все, это уже последний вам сюжетик, панорамка. Отсюда вот сверху. Затарился я сейчас тут в магазине продуктами. Вон, видно, да? Целую сумку набрал. Ну и сейчас почапаю до дому. А снег все идет, все падает.